Всем здравствуйте! У нас очередные патчи, на этот раз металлизированные, от производителя Джеко. Называется Космос. Все в такой же коробочке, небольшой, как и предыдущие мы показывали. Вот, для детей от 6 до 10 лет. Вот какая тут красивая коробка, как тут уже все светится, действительно, вот в звездах. Под тему космоса сама упаковка сделана. Ну и тут космонавт. Космические корабли, звезды и так далее. Даже вот есть инопланетные гости тут на своих летающих тарелках. Показываю коробочку. С обратной стороны вот здесь сами картонные основы, которые используются в этом наборе. И на которые можно вот всякие произведения искусства налепить. То есть вот она вот пустая, а здесь уже добавили наклеечки. Ну и вот сравните, что здесь и что здесь. Тут уже космонавты, летающие тарелки и так далее. Очень интересные наборы эти вот от производителя. Наклеечка. Все, что нужно, есть в наборе. Ничего покупать не надо дополнительно. Снять пленочку, наклеить наклейку, снять вторую пленочку и приложить металлизированный пазл. Ой, пазл, патч. Что-то я не то говорю. Патч и придавить. И вот этот металл останется на наклеечке. Получаются вот такие фигурки. Сейчас посмотрим начинку. Вот такая коробочка красивая. Тут у нас темно-синяя в этом наборчике. Вот инструкция, которую я уже рассказала. Сами картонные основы. Раскрыли вот этот блокнотик. Очень интересные они. Вот такие, как папочка сделана с резинкой. И в нем тоже оформление соответствующее, космическое. Есть сами переводки и металлизированный патч. Вот я разложила, чтобы вы увидели цвета. Но я не знаю, может быть, у всех разные попадаются, потому что у нас разное количество по другим наборам было. И разные цвета. Вот этих по 3, этих 3, этот 1 и этих 2. Ну и вот 8 листиков, таких уже разделенных на сегменты, переводочек с рисунками по космической тематике. Наборчик рекомендуем, очень увлекательное занятие. Пожалуйста, покупайте и занимайтесь творчеством вместе со своими детьми. Спасибо за внимание.